Ой, ребят, сегодня все так быстро завертелось, что не успела снять себе страшненькую, сразу красивая. Но вы поняли, где я, да? Раз у меня локоны, значит, я. Тю-рю-рю-рю. Вот он, съемочный процесс. Пересменка. Это камеры, смотрите, вот камеры. Смотрите, какие огромные. А? Еще елка, еще пока тема Нового года. А я сегодня, друзья мои, не просто эксперт, я сегодня в новой для себя роли, в роли спасателя. Сегодня я буду спасать одного из участников, который будет номинирован на выгон. Короче, решаю судьбу человека. Очень приятно было. Молодежь интересовалась, как у нас, что потом, а что ждет за, а почему не любят дом, а что говорят, когда выйдешь. В общем, передавала свой опыт. Впрочем, все то, чем я обычно и занимаюсь по жизни. Передаю опыт. Рассказывала молодежи, как жить после дома. А иногда жить после дома очень хорошо. А вы говорите, подстроенные конфликты. Смотрите, на ровном месте сейчас могут запетушиться. Вон. Сейчас всех усаживают и начинают. Вот у нас вопрос к экспертам. А зачем мужчины присылают член в директ девчонкам? Я в шоке. Что за мужики такие уроды вообще, которые это делают? Не знаю, как. Вот я не знаю даже, как они выглядят. Всем привет, друзья. Мы знаем, как они выглядят. Я такого сегодня человека встретил. Давайте спросим. Ты построила свою любовь на Дом-2? На Дом-2 я ничего... Вот я и говорю. Все понятно, сам я пошел. Сегодня, дорогие подписчики, у нас был вопрос к девочкам, в частности. Почему говорят, что все на Доме-2 просят... Меня интересует другое. Почему лобная, а вы здесь? А мы сейчас идем. Где вы сейчас идете? Ой, Демыш, я иду, забрала. Злой пионер вожатый пришел. А ты здесь? Злой усатый пионер вожатый. Я вообще уже намылилась. За какой такой бугор? Это прекрасно. Вещи в любом случае там, вперед. Давайте, девушки. Ну хоть, брат, ты как вожатый. Вместе идем, вожатый. Значит, будешь сидеть меня на лобном месте, ждать точно так же. 20 минут, серьезно тебе говорю. Тун-ту-дун-тун. Оль, скажи что-нибудь, Оль. Оль, скажи ты. Иди на лобную, что я тебе скажу? Давай, бери манатки, что? Бери еду, что это? Пиво бери, забирай свои славки. На капоте бухают-то. Не пьют? А это чай? Вообще не пьешь? Она дурная и так. Понятно, не наливают больше. Ребятки, вот стою, никого не трогаю, и тут бам! И трогаешь, смотри, ты меня трогай, хватит трогать! Узнаю, прекратите узнали. Прекратите вести себя так, чтобы про вас это потом Олечка так не говорили. Это Олечка Солнце, она пришла к нам, чтобы нас разобрать, да, Оль? Ой, я вообще могу разобрать. Разобрать и собрать, ну собрать все. Собрать могу тоже, все. Да.